Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Не каждый дачник знает, что правильный полив рассады очень важен для того, чтобы вырастить крепкие растения. Это одна из самых распространенных ошибок плохого самочувствия рассады томатов, а в некоторых случаях неправильный полив может привести даже к гибели растений. Сегодня поделюсь своими секретами, как правильно поливать рассаду и какой водой. Когда научитесь не переливать рассаду, сможете выращивать ее хоть в чем, и всегда получатся крепкие и здоровые растения. Знаю, что начинающие садоводы любят очень часто увлажнять земляной ком в рассаде, но это ошибка. Дайте же вы растениям хоть немного подышать, а то воткнули растение в мокрый ком земли, держите ее там 2 месяца. А ведь корневой системе обязательно нужен кислород. Когда земля слишком влажная, растения задыхаются и болеют. Единственный раз, когда рассада требует сильного увлажнения, это сразу после пикировки. В этот момент важно пролить грунт так, чтобы он весь промок, от верхнего до нижнего слоя. После этого важно обязательно давать просохнуть верхнему слою почвы на 1-2 и даже на 3 сантиметра. После того, как рассада подрастет, не нужно поливать ее с помощью только одного домашнего пульверизатора. Такой полив хорош только на ранней стадии роста, когда рассада еще не имеет глубокой корневой системы. Вот и получается, что грунт увлажнен только сверху, а снизу корни недополучают влагу. Вообще, в идеале лучше использовать полив через поддон, и об этом способе я расскажу чуть позже. Лучше не поливать рассаду водой из-под крана. От этого происходит защелачивание грунта. Лучше всего воду прокипятить или же оставить в баклажках отстаиваться. Хорошо добавить по половине грамма лимонной кислоты. Напить литровую баклажку не кипяченой воды. Лимонная кислота будет очень полезна для рассады. Вообще считается, что идеальная вода для полива — это талая или дождевая. Для того, чтобы равномерно пролить земляной ком после долгой засухи, нужно для начала тщательно опрыскать верхний слой из пульверизатора и лишь потом поливать землю, иначе вода неравномерно распределится в горшках. А как же поливать рассаду через поддон? Пожалуй, это самый правильный способ полива рассады. В каждый поддон я наливаю примерно от 7 до 9 мм воды, независимо от количества стаканчиков с рассадой. Такую процедуру я делаю один раз в неделю после пересадки, а по мере роста рассады процедуру учащаем. Через дренажное отверстие земля напитывается водой, а верхний слой земли можно увлажнить совсем изредка, раз в 12-14 дней. По мере роста рассады полив нужно делать чаще. При росте рассады в 12-15 см раз в 5 дней. Когда рассада подрастет до 20 см, полив нужно осуществлять каждые 3-4 дня. Ну а перед самой высадкой приходится поливать чуть ли не каждый день, особенно если стаканчики стоят на солнце. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!